Вот, дорогие подписчики, решил сегодня сварить суп рыбный, поэтому добавляем всегда туда, ну, рис для сытности. Так-то сегодня будет лосось, вот такая вот кита купил, и купил вот такую баночку рагу. Но рагу, мне сказали, там одни кости. Он уже открывали, говорит, одни кости, не прожуешь. Поэтому я ее в сторону. И все-таки с киты буду варить. Она более, говорят, натуральный продукт. Так, поэтому мы сейчас облокотим эту, облокочим. Вот она, рыбка. Так, это теперь берем камеру и начинаем снимать, что же у нас здесь. Такие вот куски рыбы. Вот они. Вот это вот, я понимаю, баночка. Вот это я понимаю. Вот эту, что ли, открыть вам показать. Ладно. Сейчас облокотим. Так. Вот, чтобы видели. Что? Открываем, берем камеру, вот, берем камеру, вот здесь вот запомнили, да, вот какие были куски. А теперь, ну, что-то, ну, вон уже, вон она, кость. Да, тут вон они, кости. О, торчат. Да, уже вижу, там очень много костей. Процеживать придется. А вот здесь вот уже нету таких. В общем, выбор сделали. Вот этот лайк. Вот это дизлайк. Дизлайк. А вот это лайк. И вот такой вот супчик потом будет. Все.